Раз, раз. Так, я переключил, как бы так сказать, языки. Почему? Я вообще люблю играть на японском всем по возможности. Но именно в этой игре слишком много информации на каждом экране читать. Это можно с ума сойти. Поэтому я и сделал озвучку английскую, потому что мне надо понимать, что происходит. Русскоязычной озвучки там не было. Я посмотрю, есть ли в этом смысл всем. Мужчина. Пол мужчина. Не уверен, я бы сказал мужской. РО. Что такое РО? Непонятно. Светлячки автоматически реагируют на следы чудовища и многие другие вещества. Во время выполнения задания или экспедиции. Head to the Wildspar Waste immediately. Wildspar Waste immediately. Ресурсный центр, предметы можно доставить. Эко-группа. Доступны новые результаты исследования. Так. Хрюшка. Играйте с хрюшкой в такт с музыкой. Непонятно. Так, смотрю по карте, можно идти сюда. То что, новый квест. Но еще рано. Так, вот тут что-то новенькое. Груда из камней. Умный биолог. Я могу доверить это только пятому флоту. Good to see you. Прекрасно, пятый флот. Флот, вы там мне и нужны. Сейчас мы, отряд исследовательской экспедиции по поиску и поимке, нас еще называют лавкачами. Изучаем поведение Кулуяку. Мы надеемся поймать его живьем, дать светлячкам запомнить. Надо громче сделать, как-то тихо. О. Мы надеемся поймать его живьем, дать светлячкам запомнить его особенности, а потом отпустить. После этого мы сможем досконально изучить его образ жизни. А что может быть лучше этого? Поэтому я решил попросить помощи пятого флота. Я хочу, чтобы вы поймали его для нас. Задание называется «Похищение похитителя». Мы будем рады любой помощи. Добавлено новое задание «Похищение похитителя». Поймать Кулуяку. Местность Дикогорье. Угу. Что еще? Я думал, можно сюда ходить или нет? Эко-группа. Yes. Спокойно, мы серьезно относимся к своим находкам. Мы серьезно относимся к твоим находкам. Если кто и может понять, куда направляется Дзора Магдарас, то это и я, и моя команда. Готов хоть расписку дать. Расписку? Что такое? Полевой справочник обновлен. Дзора Магдарос Барот. Уровни исследования. Дзора Магдарос. Указание на следующий след. Ну что, я должен сказать, что да. Наверное, немножко легче это все читать на русском языке. Тут слишком много всего написано. И таких экзотических разных названий хватает. В общем, я не знаю, мне тут что-то надо нажимать, тут нечего. С этим ничего невозможно делать. Миллион информации просто об этой игре. Тонны. Миллионы гигабайт.
Так. Ага. Что еще здесь есть? Ой-ой-ой. Присели рендеринг кадров. Наверное, перегревается у меня MacBook. Ага, можно пойти сюда. Это типа что? Столовка. А это тут девочка сидит, наверное. Ладно, схожу я тут рядом. Так, потери кадров. 1%, 3%. 1.3%. Вот сейчас опять просела. Это у меня уже оптимизированные сцены, на которых тупо ничего нет. Поэтому такие дела, да. Это прискорбно. We have an emergency. We have an emergency. Так, ученый отстал от сопровождающих и до сих пор не вернулся из Дикогорья. Теперь нам нужно его найти. Он наверняка оставил какие-то следы. И я очень надеюсь, что кроме следов мы ничего не найдем. Угу. Разберемся потом. Так, я почищу пока потери кадров. Rendering lag, encoding lag. О, я знаю, что можно сделать. Отключить превью, наверное, поможет ему хорошо. Превью отключено. Все, больше нечего отключать. Столовая, способ оплаты 100 зе. Очки 500 очков, талоны 1. Доступны ингредиенты, мясо 4 штуки, рыба, овощи. Ага, то есть то, что я насобирал, я могу ему дать и еще заплатить самому. Ага. Ну, у меня куча денег, да, наверное. На что эти очки тратить, я пока не понял. Своя тарелка, своя тарелка. А это самому выбрать. Не, это сильно морочно. Усиление атаки, усиление защиты. Сопротивление стихиям. Овощная тарелка, допустим. Заказать это блюдо. Потери кадров. 1.6 frames missed due to rendering lag и encoding lag 3%. Так, чистим. Сейчас вроде бы более-менее остыл. А что еще? Что еще у него тут есть? Съедено. Запекание в печи. Мясо срезано с туши чудовища. Можно приготовить, объединить, положить в ловушку. И что это будет? Запекание в печи. Шкура Яграса. Животное с ее источник, разделка туш. Мягкий материал для снаряжения. Потратить 45 очков. 1500 очков. Подождите, пока блюдо и можете заказать. Жесты. Сон. Отменить. Веселье. Угу. Отменить. Съесть. Не понял я вообще эту печь. У него вроде бы есть над головой у этого главного котика знак восклицательный. Что с этим делать? Непонятно. Реально жарко становится. Мне просто тут сидеть тяжело.
что уж говорить, компьютерам тяжело делать работу. Так, что дальше, что дальше? Это все, типа, вроде больше ничего тут делать. Тут можно что-то улучшать оружие. Каждый элемент снаряжения охотника – произведение искусства. Идеальное сочетание формы и функциональности. Целыми днями бы только его и рассматривала. Хочешь взглянуть на товар? Товар. Купить разные мечи, доспехи. Там вроде как-то пофиг, не знаю. Пока вроде ничего, это все не надо. Нужно тут что-то улучшить. Как добудешь новые материалы, заходи ко мне. Возможно, к этому времени у меня даже появится пара свежих идей. Ну что, поработаем. Улучшить снаряжение. Выковать снаряжение. Оружие. Ага, не знаю. Это я пока не понял. Улучшить доспех. То есть я должен следить, как идет в этих меню. Улучшать тут все часами и годами. Это я не сильно в восторге от этого. Улучшить очки, защита. Двоечку. Это мой меч или нет? Катана. А, то есть это вообще тут все оружие. А то, что на мне, типа, одето сейчас, можно отсортировать. Используется. Ага, вот это с буквочкой И. Используется. Так, это максимум на новый уровень 6. Защита 6. Защита. Улучшить доспех, защита. Подтвердить. За что это я улучшаю? Улучшение доспехов. Имею использовать сферу доспеха. И на Википедии текста. При улучшении вид предмета не меняется, но уровень защиты повышается. Элемент. Очки. Так, это пока я не понял. Бумс. Ага, вижу. Вот штанишки, если улучшить на 5 очков и 400 Z. Злотых каких-то. Вот я улучшил штанишки. Мечик. Вот я не понял, я вообще пользуюсь этим мечиком или нет. Наверное, да. Рудное древо. Дерево защитника. Используется. Чешуя. Вот это вроде бы можно сделать. Блин, тут просто этот интерфейс жесть, короче. Острота. Улучшена острота. Железная катана. Отменить? Нет. Очень интерфейс безумный. Кинг, чего там? Улучшить снаряжение, лучше выковать снаряжение, оружие. Да мне, наверное, нету смысла пока, наверное. Ковать снаряжение Полико. Не хочу, если честно, с этим разбираться пока, что за кинсект.
моя психика не выдержит такое это самое количество информации, кастомизации всего, каждой мелочи. Пойду я, наверное, куда-нибудь отсюда вам. А вот тут еще что-то меня ждет. Босс хочет поговорить. Командир. Тот человек, который тебя встретился, он из первого флота. Единственный виверианец по всей экспедиции. По правде говоря, он играет важную роль в нашей работе, но недавно мы потеряли с ним связь. Он сказал, что раскрыл тайну этого континента и тут же ушел. Я предлагал пойти с ним, но он отказался. С тех пор его никто, кроме тебя, не видел. Конечно, когда он ушел, я был в ярости, но если честно, сейчас я просто рад, что с ним все в порядке. Если он говорит, что беспокоиться не о чем, то и я не буду. Он непременно вернется, когда будет к этому готов. Спасибо за добрые новости. Доброе известие, серьезно. Угу. This guy, охотник. Получается все. Разместить новое задание. Сюжетное дополнительное. Дополнительное. Уровень 1. Уровень 2. Похищение похитителя. Задание по поимке похищения. Поймать Кулоя. Куденежный закон. Ага. РО 3 или выше. Завершение высоко троекратный обморок. Против чудовища. Умный биолог. Кулуяку подбирает камни и яйца своими ловкими лапами. Чудовище, которое позволяется. Поймать его, чтобы мы его. Не знаю. Ну ладно. Я не знаю, где его искать. Сюда. Задание по поимке. При выполнении задания по поимке необходимо ослабить чудовище, заменить чудовище ловушку, применить транквилизатор, поймать зверя живым. Не забудьте с собой транквилизаторы, ловушки, их можно найти в ящике предметов или в ящике с припасами, ловушки, шоковые ловушки, волчьи ямы, транквилизаторы, снотворные бомбы, снотворные снаряды и другое. Ловушки можно создать или купить на складе припасов. Чтобы использовать транквилизатор, чудовище можно как следует ослабить. Если нахромаешься, уровень здоровья опустится достаточно, чтобы в этот момент пора прекратить атаку и подготовить ловушки. Хромающее чудовище пытается сбежать в гнездо, чтобы остановить здоровье. Выберите из списка метров ловушку, например, шоковую, остановите ее на пути чудовища, нажав квадратик. Когда вы заманите ослабленное чудовище в ловушку, оно окажется почти у вас в руках, иногда полезно оставить ловушки вокруг гнезда, в котором спит чудовище, чтобы заметить ее основу. Заманив чудовище в ловушку, выберите из списка предметов снотворную бомбу и нажмите квадратик, чтобы метнуть ее в цель так, чтобы она попала прямо в голову. Тогда чудовище снотворное поможет стать успешной.
также можете выстрелить вообще снотворными снарядами. Поимка чудовища засчитывается о том, как хотя вы не сможете добыть их из цели. Сырье на экране результатов задания просто новые награды. This quest is to capture the monster. You'll fail the quest if you slay it, so be careful. Okay. Покаримашта. Сменить снаряжение. Предметы. Как мне все это надоело. Игра. Короче, я понял. А вот сундук для миссии. The supplies you need to capture a monster are on site. Make absolutely sure you have trank bombs. That one's a must. Не понял. Куда все пропало? У меня здесь типа мало места, или в сумке нет места. Как это место освободить? Навести самострел. Ползти. Где? Я взял, я вижу зерно вспышки. А совпадет место? Так, это вроде бы у меня есть ручная граната. Я сказал, что покажу ловушку на солнце. Окей, сойдет. Let's go. Let's go. Куча костей. Горький жук, светлый жук, мох, куча костей. Сырье для предметов, сочные груды костей, в дикогорье, чем крупнее, тем лучше. Массивная кость. Взрывной орех. Очень полезный мед смешать. Взрывных материалов и липких снарядов. Нет. Что, типа, у меня нет места? Что вы хотите сказать? Нет. Выберите предмет, который нужно переместить. Переместить. Я ничего не понимаю. Переместить. Трава. Поменять эти предметы местами. Поменять. Короче. Не знаю. Полученные предметы при выполнении. Ага. Выберите предмет, который нужно переместить. Что значит переместить? Паутина. Это, наверное, типа... Ага. Короче.
Так, куда я иду? Светлячки меня ведут от просто предмета до предмета кругами. Я думал, что в этом есть какой-то смысл. Похоже, никакого смысла в этом нет. А здесь ведь вроде нету этого самого. Лимита по времени. А не, есть 40 минут. То есть я под таймером работаю здесь. Тут расслабиться типа нельзя. Я не знаю, если я ухожу из игры, типа в другую игру. Что происходит? Этот таймер еще идет или нет? Так, что это за дела? Куда я иду? Зачем? Пока непонятно. Использовать крюк. Я лучше пойду на велосипеде покатаюсь. Опа. Обнаружено. Go ahead. Follow the scout flies. Да, все обнаружено, да. Monster Hunter. Эй. While it's worked up, you need to wear it down first. Don't forget that.
еще раз я должен это сделать. Как-то неплохо объясняли, в чем смысл, типа. Кадров 30 миллисекунд, 30 миллисекунд иногда почти рендерится один кадр, а должен рендериться сколько? Намного меньше. Bombs. Whip some more up by combining sleep herbs and parish rooms. Будем крафтить. Бомбы. Изготовлять. Отворная бомба. То есть все. Подумаем, у меня 30 кадров в секунду. 1000 поделить на 3. Ага. Может, я пока поточу мечик или что. Устал. Порох осколочный. Зелье, травяное лекарство.
Да убежало это чудо. Вот она. Нет, нет, нет. Стоит. Да вот оно. Не знаю, правильно ли эта стратегия его немножко полупить мечом. Он вроде как должен убегать, да, в какой-то момент. Пришел. Где он? О, это значит, его можно ловить сейчас. Я его ловлю, как его ловить? Чем его ловить? В чем заключается его ловля? Какая кнопка для ловления? Это чудо. Понятно. Пока не понял, где она. Что этот дракон ко мне пристал? Угу. О, сильно потеря кадров, да. 5%. Один лег. Ну, на крайняк там, конечно, можно прикрутить пресет сильно. Encoding пресет, наверное, придется прикручивать. Thank you.
А что он сейчас делает, неизвестно. Шкалы жизни у него нет. Рыбка. Сколько прошло времени? Время идет, мне пора. Осталось 20 минут. Мне пора. Молодец. То есть каждая битва 45 минут почти занимает. Ну, если тут очень уникальное, конечно, это занятие. Ничего не понятно. Encoding overloaded, consider turning down. Да вот я думаю даже, что там прикрутить. А ну я попробую прикрутить чего-нибудь. Если я поставлю на паузу, тут нету на паузу, окей.